Так, ну победа это хорошо. Но если это никто не видел, то и пруфов нет. Так что, если что, Болт может говорить, что, может быть, это он победил. Может, он специально поддавался, да. Слушай, но только если на словах основываться, я могу еще как бы сценарий придумать. Например, он уже построил где-нибудь запасной ассемблер, но милостливо дал себя победить. Вот у него карта была. Ты прорешил, потому что он недостаточно долго сидел, скажем так. Посидел бы он еще, например, полчаса. Блин, интересно, отсюда, если вот так вот на спауне стоять, нормально стреляться вообще будет? Что? Ну да, стена мешает. Как туда запрыгнуть? В смысле, когда он строится? Заранее строишь сперва этот supply. С него на начало постройки спауна. И все. И ты наверху. Но это опять же одноразовый билет. Еще кто-то должен будет снабжать тебя патронами. Ну да. Но учитывая, что это в принципе двухходовочка, она уже считается трудной. Кто там вообще что делает? Так, Мойн потеет. Болт сидит, командует.
Ну, денег таких нет. А что эта стена вообще прикрывает? Так, надо прям ладошками к экрану приложить. Как их две было, там они не помещаются, две. Просто прям за ней полоса, и там ничего нет. А под углом все простреливается. Хотя разве что вот так вот. Не, вот тут уголок мешает. Они чуть-чуть глубже ставятся. О, еще одна. Фига себе тут. Что это за великий рандом? Вот это вообще такое? Зайди. А если ты хочешь закончить это, то заходи. Давай как бы за синих заходить. А, даже так. Ничего себе. Да, не лучшая карта, чтобы играть с ботами. Автовыбор. Автовыбор. О, минус один. Не успел. Они почувствовали. Сразу минус два. Блин, великолепно. А чё, болт ливнул? Все? На кой хрен тогда все это? Я чувствую, как будто я на детскую площадку пришел. И все. Все расходятся. Типа, что этот взрослый дядька тут делает? Не, я для приличия пару минут подожду. Я как бы пример привел.
Скоро надо будет там для болта, вот, Моина и всех этих отдельный сервер заводить. Такой прям своеобразный заповедник. Бот с прайма убежал. Боты, они такие. Ну, шансов, конечно, что кто-то вернется, маловато. Вечера ли? Интересно. Сегодня они ливнули еще раньше. Блин, надо будет завтра поднапрячься и пораньше зайти. Интересно, они тогда тоже сразу любят? Слушай, ну для таких ситуаций я могу всегда взять второй аккаунт. Тянуть. Стрим он вряд ли мой смотрит. Бедно живешь.
Вот хлобысь. И заходит какой-то рандом. Какой там хоть левел-то? Морайна. 67. Хотя я вроде сбрасывал. Оп. Можно же имя какое-нибудь новое взять, сбросить стату и по новой. Как можно было умереть, когда я стрелял в другого вообще? Стрелял в бота. Это как нелепые смерти людей, которых я убивал ракетами. Так, ладно. Давай просто чутка подождать. А мне дамага не пройдет. Если ты не в курсе, я сейчас бессмертен. То есть ты думаешь, на какой хрен я за ботом слежу? Ты меня не убил. В смысле, как? Мой хитбокс сейчас не в бункере, скажем так.
Логично, что ты попасть по мне ты мне не можешь. Ох, блин, я сбросил. А, зараза. Че, я уже накликал? Да ладно, выключись. Понижен. Потрачен. Мог себе спокойно сидеть. Вертикс реально вынуждает юзать багги. Если бы я зашел и скинул с себя роль командира, такой фигни бы не было. То есть надо искать какие-то абузы. Пойти что ли тебя убить? Интересно, гранаты сработают? Хотя тут еще добегать надо. Хотя, блин, с чего бы гранаты работали? А может быть реды? Не, я не буду просто так умирать. Надеюсь, сейчас ты будешь следить от лица бота. Ничего себе. Ничего себе. Вот это самозащита. Так, на этом хоть аккаунте какое КД. Блин, на этом еще положительно. Что за магия? Так, ну что это вообще людей нет? Ради чего я раскочегаривал всю эту машину?
resource capture. Блин, ну как можно было такое придумать? В команде один человек. И у того, блин, проблема. Чтоб покомандовать. Зато какой-нибудь условный Моин может стоять в игре. И его за АФК не выкидывают. Где вообще логина? Фу, логика. Что ты ждешь? Я не пойду умирать. Пусть хоть на втором аккаунте, когда будет в единичке. Хватит бессмысленных смертей. На сердце еще. Ну ёлы-палы. Ты подожди. У меня вопрос был. Так, как раз энергия удобно стоит. Можно проверить то, что я не помню. Мне интересно, просто там за стеклышками можно ассемблер поставить? Там должно быть место. Только я не помню сколько. Не, с плентом? Да. Но мне больше интересно. Сборочная туда поместится. Они почти одного размера. Сборочная чуть-чуть побольше. Энергии нет. Кажется, нехрен столько туроли ставить. Что, может, с другой стороны там можно построить место есть? Неужели это настолько бомжатское все? О, отлично, сборочная. Нормально. Скромно и неприметно.
Интересно, а там тогда сразу такой вопрос. А сразу и станцию, и сборочную. Ну или станцию с другой стороны. Хотя опять же, я что-то не помню, с другой стороны вообще можно строить. Там места мало? А что мне казалось, что они одинаковые? Можешь, кстати, попробовать туда турель пихнуть. Посмотрим, будет ли она людей убивать. А сломать тут, конечно, просто. Его ж фиг починишь. А с другой стороны, по-нормальному и не видно. Так, где это открыто? Фиг я увижу, да? Турель наполовину высунута, между прочим. Меня больше интересует, если ее чуть-чуть поглубже. Так-то что и не работать. Но он почти снаружи вся. А, скрин? Не. Этот предмет не существует. Возможно, он удален автором. А, ну типичное застревание. Ничего нового. Спаун там бесполезен. Ну, в принципе, как и во всех зданиях, где можно внутри строить.
О, забавно, турель не работает на меня. Смотрит, но не работает. То есть в упор подошел, и она меня не стреляет. А, вот. О, нет, еще стреляет. Давай турельный щегол. С другой стороны тут темно. Это все, что тут есть. Хотя реле, наверное, можно частично спрятать. Эта штука не простреливается. А, ракетка. Как же тут нахрен темно? А что она без энергии-то? Надо себе чем-то подсвечивать. Сужаем. Вместо радара там можно было артиллерию поставить, например. Блин, это Source игра. Где фонарик? Блин, эта штука на моем стриме выглядит светлее, чем у меня. Я что, себе фильтр ставил, что ли? О, действительно. Да, проще свернуться. Ну это, конечно, все баловство. Это все равно все спокойно ломается. Стоп, подожди. А может империя туда может строить? Например, станцию спрятать. А то с лестницы все нахрен простреливают. А, тут хлоп и станция. Реле. А, хочешь местами, что ли, поменяться? А чего ты не продал там тогда?
О, ни хрена, тут еще суплай был. Я его даже не видел. Что думать, что у меня на карте за фигня? Блин, сборочный, здоровенный. Ну да, типа, я заметил. Видимо, вместо него там можно турель попробовать лепить. Которая непонятно, будет работать или нет. Блин, идеальная гладкое здание. Черт, я побрал бы. Игра упала. Говорится, удачи с поднятием. Блин, там явно все здание внутри можно застроить, если придумать как. Спокойно внутри строится. Я так понимаю, станция туда не ставится.
Но ничего не изменилось. Судя по всему, идет урон нормальный. Армари. Да на кой черт она там? Что-то эта штука, по-моему, для синих. В разы удобнее. Красным там что-то маловато возможности. Resource position.
Меняли все демоны. О, струк руки все еще багуют. Неплохо. Конечно, будь это спаун, было бы покруче. Так, время уже вышло. Ждать кого-то бессмысленно, так что надо закругляться.